Евангелие от Матфея, 12 глава, 39 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Иона пророка. Как только дойдете до этого места Писания, в Евангелии, сразу себе задавайте вопрос: а я в своей жизни встречал какие-нибудь знамения? А через меня людям были какие-нибудь знамения? А было ли такое знамение, которое тронуло, перевернуло, подвигнуло меня?» И все вопрос об одном слове. Знамение. Головой повернул, еще нигде нету. А ты окружен знамениями. Вот почему человек, не знающий Писания, он слепой. И об этом пророк Исаия еще сказал: ушам не слышит, слушает, а не слышит, глазами смотрят, а не видят, и не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть это самая страшная слепота, когда человек не осознает, что он слепой. Я хожу в храм, у меня все нормально, я не пью, не курю, не ворую, живу на свою зарплату. И он считает, что все. Я таким отвечаю: молодец, спортсмен и космонавт. Главное — это быть движимым Духом Божьим. Неделя будет проходить, а тут только будет уже на четверг, а уже послезавтра я могу пойти в храм. А не так, что теперь по газам да в город переоделся. Мимикрия называется. Когда меняет свою окраску человек, поезд долой. Да поезд-то свидетельство. У нас уехала сейчас одна в платке, с работы из-за платка выгнали в Казахстане. С работы. А там всякие. Но то такая не подойдет. Священник воздвиг гонение только за платок. А какие у них? Шляпка приходит без платка, окрашенная. Разницы нет, то есть устава у них нет. Но он сразу ее вычислил. Ты что, у староверов где была? Она показывает палец, нас спрашивает: не разговаривайте. Ее начинает притеснять. Она хуже стала, нет, исследует Писание теперь. Дома налаживает все отношения, дети выросли неверующие. Она плачет, молится, но она сразу поняла: поклоны нужны. С ней легко было работать, она клерошанка. Дома у них читает псалтырь, она теперь по-русски его читает: «Валентина, раба Божия, ныне крещена только была». Уже, пожалуйста, она знамением для них является. Я не знаю, почему знамение, из слова знамение, крестное знамение, ударение разное. Я спрашивал людей, богословов настоящих, говорит: не знаем, от Писания нет. Ну так принято. Есть слово «честный», честная девушка, честная мать, а есть честные останки. Уже не скажешь честно, а другие не знают, считают. А ударение меняется, честные останки того человека. А почему? Не. Вот так принято и приходится так. Может быть, по ошибке принято. И вот читаем слово «знамение», чтобы узнать, что оно означает. В Библии нужно просчитать 161 место. Вы понимаете, мы не на равных. У меня нет хозяйства, у меня никого нету. Я все до одного места, вот эти 161 место Библии просчитал на неделю, чтобы вам приготовить вот это кушанье. По вкусу каждого будет сейчас. И вы увидите, в этом слове так много сокрыто. И ты другими глазами вокруг посмотришь, скажешь: Господи, какой благословенный день сегодня, воскресенье. Тем более послезавтра уже отмечается Успение Божией Матери. Она преблагословенная Дева дошла до Царства Небесного, воли Отца не нарушила, мы ей поклоняемся. И она была знамением для окружающих, она была знамением. Хорошо запомните. И кто ее любит, тот тоже может быть знамением. Вот несколько мест. Бытие 1.14. «Да будут светила на тверди небесной для знамения». Луна, звезды, солнце, знамение. То затмение какое-то не вовремя бывает. Движение каких-то светил соединяется. Знамение на небе. Бытие 4.15. «Дал Господь Каину знамение». Каин убил брата, а Господь наказал его. А он говорит: я пойду, любой, кто меня встретит, убьет. А Господь говорит: не убьет. И дал ему знамение. Кто подходит и говорит: о, это Каин. А какое знамение? Это я спрашиваю. Ни один человек не отвечает. Виссарион, епископ, говорит: трясовица. Он вот так вот шел и трясся. Откуда известно? Из притчи Соломона. Человек, убивший другого, до смерти будет бегать. Вот я увижу милиционер где-то, я посмотрю, только знакомый или знакомый. Вижу, он в ограде у меня, я вышел: здрасте, что там девушку убили, вы случайно не слыхали еще? Вот он ко мне обращается. Да нет, мы даже крика не слышали. А который виноват в убийстве, он не знает, куда прятаться. Вот с заключенными разговариваешь, он так глазами бегает с угла в угол, он не может прямо смотреть.
Человек, за которым ничего нет, он открыто смотрит, это взор показывает. Вы смотрите, какие глаза у ваших детей. Я еще раз прошу вас, не просчитайтесь. Бог дал вам великое сокровище, дети. Напишите на каждый день распорядок. Вот столько ты поешь теленка, вот столько ты собачку выгуливаешь, остальное время играешь, доложись, пошел на улицу, папа или мама, как у вас, тятя, благословите, я пошел. Три поклона и пошел в школу. Пришел в школу, три поклона, передний угол. Вот так благочестивые люди делают. Без благословения, чтобы никуда дети не шли. И особенно, чтобы они научились уважать бабушек, дедушек, тем более у вас верующие они. Ваши внуки, дети, ты не выскажешь, какие они счастливые. Родители что-то не рассмотрели, бабка, да еще если бабка по строгости держит, надежду подает, что это вырастет человек, он не будет обузой государству, это будет настоящий христианин, а значит прекрасный гражданин. Наша страна Россия очень нуждается в этих детях. Платить 250 тысяч за третьего ребенка. Платить надо за христианина. Сейчас считают, 8 братьев. Все отсидели уже по 3 срока, все до одного, все уголовники. Да тебе эта мать-то достойна наказания, а не награды, а ей деньги платят за то, что преступника вырастила. Просите у Бога милости, и вы будете знамением, все будут показывать. Посмотрите, христианская семья. В этом развращенном обществе какие дети скромные. Они ни к табаку не прислонились, они не пойдут на плохое дело. А то будут трястись. Каину дал Бог знамение. Бытие 9.13. А какие еще такие? А вот коммунисты были, они все убийцы. Они боялись одного слова. То есть, а скажет где-то кто-то, все, они прям тряслись. Одно слово. Что? А ком-то хорошо отозвался. Все, пропал в ГУЛАГе. Вот о них это как раз говорится. Знамение коммунистов, то, что они всего боялись. И фашисты такие же были. И масоны такие же. А христианин смело выслушивает. Скажет, у нас священники не такие. Да, не такие. Я об этом в книгах написал. А почему отсюда не удержать? У меня надежда. Это корабль, оброс ракушками, поломанная мачта. Это корабль, он замедлил ход. Но я на корабле нахожусь, церковь корабль. А в секте, каким бы я ревностным ни был, что бы ни делал, все в погибель идет. Крещение это осквернение, причастие это осквернение, у них ничего нету. Это секта. Ты твердо себе это заложи в сердце. Христос основал церковь. Основал когда? Читай, 2, 10 глава Деяния апостолов. Все, больше Христос не сказал, 5 раз буду основывать церковь. Все остальное смерть. И серетиками разговаривая, как сын царя небесного. С великой властью, чтобы они это чувствовали. Вот читаем Бытие 9.13. Когда Ной выходил из ковчега, то, конечно, страшно было. А если завтра люди новые прогневают, да Бог опять потопит, Бог говорит, больше я не потоплю. А как я узнаю? Знамение дам тебе. И как ты его увидишь, помню. А какое знамение? Тут кто и знает. Уже кое-кто знает. Радуга. Радуга. Сколько бы раз ты не видел радугу, и скажи, это знамение, данное мною. Потопа не будет. Говорят, сейчас потепление, климат, парниковый эффект, растопятся ледяные, там, северные, южные полюса, затопление будет, ничего этого не будет. Мир сгорит в огне. А в каком? Термоядерном? Не знаю. Очень похоже, но не сказано, мне не открыто. Бытие 17.1. И дам завет знамением обрезания. А у нас какое? Крещение. Кто с нами разговаривает? А ты скажи, а я христианин. На все. Как святой Остер. Решили отвечать на все. Я крещеный. Я правильно троекратным погружением, руками законного священника незапрещенного. Все. А теперь докажи жизнью своей. Если ты оказался за дверьми там, плачь. Святые всегда понимали, закрытая дверь для оглашенных, это дверь Царства Небесного закрыта. И не дай Бог на той стороне двери умереть. При многих слезах срок сокращался на 1/3. Епископ проверял. Они там за дверьми, да, ну я выйду там, постою. Ты не просто стой, а ты ощущай себя совершенно исторгнутым из Царства Небесного. Так учили все святые отцы до одного. И каноны даны для этого. Не просто я попал в тюрьму. Я попал туда, и я сразу подумал, Бог послал меня исправиться. Я должен другим быть. И каждый день я не работаю, я себя корю. Трамваи бегут, солнце встает, все работают, а я не работаю. Я себя казнил и казнил. Я паразитом здесь нахожусь. Я ем хлеб, а ничего не даю. Господи, прими мою молитву, может, через молитву как-то учтется это. Даже больной ты себя все время кори и укоряй. Самоукорение.
Это гнев, направленный вовнутрь самого себя. Не тот виноват. Я знал, виноват Ленин и прочее. Но я видел виновнее всех, я виноват. Я. Вот тогда это движение вперед. Вот тогда это позитивная программа будет. Исход 4.8. Ну и далее говорит 4.17. Господь дал какое-то знамение. Притом этими знамениями израильский народ был обложен. Вот они переходят Иордан. Ну перешли, Бог сделал чудо. Нет. Надо запомнить. Из каждого колена дайте крепких мужчин. Взяли, берите по одному камню со дна. Она поганки, течет река. И эти камни притащите и положите в скинии собрания. А дети-то родятся, они ничего не знают. Но они говорят, будут спрашивать, а почему эти камни лежат у входа, что это за камни? И вы скажете, со дна Иордана, когда Иордан пересох, и мы переходили. Знамение. У нас знамение посреди храма. Святая вечная Библия. Синодального перевода на русском языке лежит посреди храма, обложенного цветами. А ей как раз и сказано, что она является знамением. Для Израиля знамением были эти камни. Дальше жезл Моисея. Господь говорит ему, что в руке жезл? И ты им будешь творить чудеса. А потом они его положили. Не где-то, а в скинии собрали. Мало того, святая святых будет положено. И манны немного на память взяли. Манны, когда Господь их кормил. И чтобы эту манну вспоминали. А что это за манна? Никто не знает сегодня. Какое-то кориандровое семя по подобию бдалаха. Написано, но я ни того, ни другого не видал. Но его можно было растирать, и получалось как лепешка с медом, но по вкусу каждого. И сказано было брать на каждый день. На два дня не брать. Обычно человек сразу хватает, ну, надо на зверхишку положить. Утром встали, одни черви. Откуда черви-то? Закрыто было. Черви. Наступает пятница, а вот суббота, а для нас это воскресенье, не работайте, берите на два дня. А мы выйдем работать, вышли в субботу, нигде ничего нету. Следующий день опять упало. А потом набрали в последний раз, Господь говорит, наберите в особый сосуд, в вазу и поставьте в алтаре. Это будет знамением. Так два дня и там черви заведутся. Тысячи лет ни один червяк не подошел. Почему? По воле Божией. А для нас где эта манна? Манна... Святое причастие. Так понимал Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин, все так понимали. Вот нам знамение дается, мы причастники божеского естества. Прямо непосредственно к Богу прислоняться. Мы только умом прислоняемся к Библии, а причащаясь, буквально причащаемся. Это единственное место на земном шаре, где человек соприкасается с Богом, с телом. Но чтобы туда прийти, надо через Библию идти, уверовать. Принять его сердцем, рассуждать о страдании Христовом. Это будет знамением. И не только это. Скрижали лежали. А скрижали это явно Библия. Это Слово Божие. Это тоже было знамение, что Бог дал для спасения. Исход 31.13. И дам вам знамение, неизреченное суббота. Это знамение. Мы потеряемся, с чем отличаемся? Воскресенье у нас не работает. Да, суббота, суббота, шаббат по-еврейски. А люди говорят, шабаш. Вот откуда слово-то идется? Шаббат, покой, переводится по-русски, покой. А нам покой воскресенье. И мы являемся знамением для всех сел вокруг нас. Вот сейчас пойдите, где-то женщины стирают. Обязательно что-то мужчины сено вывозят, на уборке будут работать. Я сказал, воскресенье вообще не работает. Первые годы мы нарушали. По абсолютной невозможности, не от нас это зависело. Нам помогали, кто-то тут и... Сегодня этого не делайте, какая бы ни была погода. А урожай погибнет, у тебя душа погибнет, ты не об урожае думаешь. Так и воскресенье, другое воскресенье будет, ты скажи. По другому воскресенью Бог будет урожай подсчитывать. Дам вам знамение, какое воскресенье Христово? Не работайте. А чем должны заниматься? Тари дорожку, стежку в храм Божий. Посети, навести. Сегодня у нас занятие, приходите все. Братья собираются на благовестие. Как прекрасны их ноги. А я скажу, прекрасны у колес машины, которые братья повезут. Ты благословение получишь на всю последующую жизнь. Ты благословен в детях будешь, потому что ты озаботился о других. Ничего нету драгоценнее спасенной души. Она спасается через слово. Это слово наши братья понесут. Сегодня, конкретно. А во всем мире сколько? И ты об этом молись. И будешь тогда больной нужен, а не только здоровый. Считаем числа 26.10.
И вот когда Господь бунтарей, которые против священства поднялись, против Моисея, священники, 250 человек, пал огонь и 250. Но это знаменитых только. А там не знаменитых сколько было, а жены, все Бог сжег огнем. А кадильницы, кадильницами, говорит, там жертвенник их расправьте и обходите. Для чего? Чтобы знамения будут эти, вот 250. Вот идете, в конце Потеряевки саманная стена стоит. Это знамение, что жили не в том конце, только одна саманная стена стоит и в том. Как будто специально, никто их не сохранял под открытым дождем. Больше полста лет стоят, их не размачивают дождем. Это знамение, безумство. Я знаю, как здесь люди жили. Жили грешно в этом месте люди. Пьянствовали, гуляли, блудели. Самоубийством заканчивали жить. Чего только тут не было. А Господь дал нам знамение. Помните, если не покаетесь, все так же погибнете. Но только наша участь будет несравненно хуже. Слишком многое нам дано. Иисус Навин 4.6 говорится о камнях, которые являются знамением. Судей 6.17 просил знамения, пойду на войну, если Бог даст знамение. Бог дал через росу, где роса выпадет. Третья книга Царств 10.1. Самуил помазал Саула. А Саул говорит, а как я узнаю, что это от Бога? Он говорит, вот сейчас пойдешь дорогой. Об этом говорит 1 Царств, 10 глава, 3 стих. И встретятся тебе три человека. У одного три козленка, у другого три хлеба, а у третьего вина мех. Он заранее сказал, это знамением. И мы даже знать не знаем, что мы являемся знамением. Я не один раз был знамением для кого-то. Человек идет, я ему встречаюсь. А он иду, говорит, трепещу. Вот у меня проступок большой, я вам рассказывал. Встретился он сразу разлетел. Я говорю, знаю, начальник не накажет меня. А почему? Помолились. И в самом деле, вместо разжалования, говорит, присвоили еще звание выше. Псалом 64.9. И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. А знамения Господни такие, что все исполняется. Что будет отстроен храм в Иерусалиме. Это знамение. И сядет один правитель над всем миром. Это как знамение. Псалом 85.17. Покажи нам знамение во благо, да видят ненавидящие нас, что если мы здесь устоим, что ваши дети учатся хорошо, это какое будет знамение? С перегрузкой учителя ваши работают, не хватает учителей. Молиться надо, чтобы Бог дал свое знамение, пришлет учителей, будут где-то, они уже назначены, или вернется этих, мы не знаем. Мы должны довериться Богу, на сегодня это как раз. У нас воспитателей не хватает, мало насельников в лагере. Воспитателей много, везут отовсюду детей. Какая-то зависимость связана с этим. Сейчас пишут статистика, каждый год рождается на 57 тысяч мальчиков больше, чем девочек. Но к 18 годам выравнивается, а потом на 50 тысяч больше женского пола. У Бога все это вымерено заранее. Как это так? Кто этим руководится? Да в родной семье ты хотел бы иметь 5 дочерей, не получится. А хотел бы иметь одного сына, и того нету. Это все от Бога. Нам надо просить не об этом, сколько детей родится с какими. Господи, вышли делатели на жатву, написано, просите. Вышли делатели, а как? Может будет за счет родиться, воспитывать. Это самое хорошее, когда нашего круга люди будут. У нас чужие как-то не приживаются. Исайя 7.14. Все девы в чреве приимет и родит сына. И сам Господь даст вам знамение. Все сектанты лишены этого знамения. Баптисты, я не говорю уже, которые дальше, они не верят, что она дева, она как была дева до рождения. Она это отвечает так за того, да какое же знамение, да дева, до рождения-то, ну до выхода замуж-то, все девы в Израиле-то ни дев не было, их побивали камнями, если она не сохранила детство. Ну вот Иосиф, ее там муж, что другое, да нигде это из истории неизвестно, да как бы Иосиф ей прикоснулся, благочестивый старец, как, ну даже не старец, допустим, если он знает, что она родила Спасителя мира, даже по этой, то так в этом-то и знамение, что она после рождения осталась девой. А как? Да ты не рассуждай, как написано. Бог дает знамение. Сектанты не верят. Они лишили этого знамения все до одного. А мы знаем. Вот мы православные имеем знамение, вот ее образ. И называется Пресная Дева, то есть всегда Дева. До замужество, после замужества и после рождения осталось девой.
Исаия 38:7. Вот знамение, и Господь исполнит слово, которое Он сказал. Самое главное знамение – это слово Божие, что оно точно исполняется. Исаия 38:22. Какое знамение, что я буду ходить в храм Божий? Вот лежит, болеет человек, и у него забота не о том, только кому теперь моя техника отойдет, а что с моим хозяйством будет. А он только так: Господи, я лежу, а в храм пойти не могу, обезножил совсем. Какое ты мне знамение дашь, что я в храм Божий пойду? Только одна мысль: ну если я встану, из храма Божия выходить не буду. И он встал на 15 лет, хотя смертельная болезнь, пророк пришел, сказал, умрешь непременно, и Бог все это отменил, и тут же ему переиначил. Почему? Он победил это. Желание видеть храм. Измените свое отношение к храму. Говорю еще раз, храм не спасает. Но мы в храме объединяемся. Здесь бескровная жертва. Здесь проповедь. Здесь Слово Божие. Здесь благочиние. Вы детей приучаете, со страхом Божьим приходите. Я сторонник того, чтобы дети сидели, сторонник того, чтобы они выходили, но все это должно быть чинно, благочинно. Исаия 55:13. Знамение вечное дам вам, что вместо крапивы у вас вырастет мирт. А у нас наоборот знамение. Где вчерашние огороды были, сегодня крапива растет. Я нашел такое место. Хотим ли мы знамение иметь? Давайте убирать крапиву. С крапивой пока покончите. Считаем Иезекииля 12:11. Бог избрал пророка, дал ему задание и говорит, вот так поступай, вот так выходи, вот так рукой закрывай лицо, лежи на одном боку, не шевелись 300 с лишним дней, и ты будешь знамением. И вот как я делал, так и вы будете делать, когда пойдете в плен. В данном случае, если мы постимся, люди говорят, да я поститься не могу, первую, последнюю неделю, да у меня, скажи, мы для вас знамением, все будете поститься, только не добровольно. Придет время. Вы вспомните, добровольно надо поститься. Сокращайте питание. Да, охота, да все охота. А ты с радостью это делаешь, с благодарением. Не так, что вопрос задаю, да вроде, ну ты рассуждаешь правильно, я все понимаю, но Слово Божие не так говорит. И сразу склони голову, да будет воля твоя. Господи, соделай меня знамением для окружающих. Вот мужчина наш с бородами, это знамение, потеряется бородатая. Поясок, знамение. Нас искали, и говорит режиссер, говорит, еду, не знаю, что до ребятишки, смотрю, под пояска. Я думаю, где-то под пояском недалеко, где ты потеряешь. Они ходили на то озеро купаться, и тогда они уже через них нашли. Это тоже знамение. И вы в городе показываете себя, что вы христиане. Вот следующая девочка крестилась, она еще не крещена была. Ей всего 12 лет. И она услышала, ходила среди оглашенных, и сразу платочек надела, и не съела ни разу. Длинное платье, и в таком виде ходит в школу. Как смеялись, смеялись, а потом перестали смеяться. Она не отвечает, еще у вас со всеми обращается. Она как знамение. И стали спрашивать, она рассказывает о детском лагере, дальше пошло. И нынче допустили до крещения. Она тихо, спокойно, как паучок. Паучок лапками сцепляется, но бывает в царских палатах. Она не бойкая, не речистая, косноязычная. А Моисей-то был косноязычный, не забывайте. А речистый, который, он говорит, полезен бывает для многих, а бесполезен для самого себя. Иезекииля 24:24. Иезекииль будет знамением, что он делал, то и вы будете делать. И 24:27. И ты будешь говорить, и будешь им знамением. 1 Коринфянам 14:22. Языки суть знамений не для верующих, а для неверующих. Это в первом веке на разных языках говорили. Пятидесятники говорят, они не понимают. Языки знамения для неверующих. То есть, если ты не веришь в Бога, Бог давал. А они этого даже понять не могут. Матфея 12:39. Рот лукавый ищет знамения. То есть, сам никогда не ищи. Я вот 45 лет сознательно иду по евангельскому пути, думаю так. Но я ни разу не просил, Господи, сделай так, чтобы я поверил. Вот знамение какое-то. Я верю, и все. Я мысленно видел, смотрю, голова отрезанная лежит. Человек. Я думал, сейчас бы она, голова на место встала, и человек встал. Я бы удивился, не грамма. Я мысленно все это проигрываю, но мой Бог все может сделать. А вот сейчас бы внезапно вот, сделал там монархический строй, царя избрали вместо президента КГБшника. Я бы ни грамма не засомневался, Бог может все сделать.
То есть мне никаких знамений не надо. Почему? Я вот Иисуса услышал, он говорит, не ищи знамений, не ищи чудес никаких. Не надо. Вера все превозмогает. Это иудеи требуют чудес. Матфея 16:3. Знамений времени вы различаете, не различаете, а погоду различаете. Господь укорял за это. А ты смотри, вот какой общий европейский дом. А кто это мысль пустил? Ну, бывший до этого, кто развалил Советский Союз. Считали Михаил Вещин. А ведь это все и отсюда идет. И Священное Писание. Дальше, единая валютная система. Всемирный банк. Это все знамения. А сегодня глобализация, всех под одну подвести, все, чтобы одинаково понимали, одинаково, это все к антихристу подгоняет. А Господь говорит, как же вы знамение-то времени не понимаете? Смотри внимательно, что делается. Как уничтожают труженика сельского хозяйства сегодня. Это умышленно, чтобы поставить нас на колени. Самая упорная нация, уничтожит русскую нацию. Теперь на очереди православие. Это все понимают и пишут в газетах. С русским человеком покончено, как таковым. Он уже опасности никому не представляет. Его растеяли по всему миру. Матфея 24:30. И явится знамение Сына Человеческого на небе. У кого есть родственники баптисты, спросите их, какое знамение? Я почти за полтора лет ни разу не услышал, никто не мог ответить. А почему? Даже от меня они слышали, и они сразу умирают на этом. Потому что секта всегда повреждение ума. Смотрите, чтобы над нами это слово не вспомнилось. Вот я ему объясняю, знамение, Златоуст говорит, открывая ему такой-то, то он крест на небе. И крест будет десятки тысяч раз ярче солнца. И три причины, почему явится. Я им читаю, вот как, а мы не знали. Ну а ты будешь говорить у своих? Нет, меня отлучат. И он никому не говорит, ну хоть жене скажи. Нет, она меня не поймет. И вот я объясняю ему сто раз, что Павел не требует служения рук человеческих. Это не о крестном знамении. Через полтора минуты он опять то же самое. Сейчас от них я ему объяснял, отцу, сотни раз, наверное. И дети его были тут же. Теперь дети уехали в Америку, оттуда звонят. На почему рукой креститесь? Я ему опять объясняю, через неделю опять звонят. А почему рукой креститесь? Ведь это про нас говорится. Сколько я говорю. Главное для нас любовь к Богу. Водительство Духом Святым. Ну, начинайте вести какие-то дневники. Какая у меня подвижка? Ведь мы-то такие же. Они против крестного знамения, а мы против, может, всех знамений. Главное это знамение. У нас Библия. Вот она. Она является жезлом, посохом, как у них. Она является этими камнями, на чем основана вера. Она является этими скрижалями Божьими. Она у нас в самом последнем месте, на последнем месте, в пренебрежении. Я так общим сравнением делаю. У полного количества людей. Нас с сектантами сравнивать нельзя. Мы несравненно хуже. У нас все запущено. Надо работать и работать. А работать будем, это работа в церкви будет. И тогда сектанты потянутся сюда. Матфея 16:20. Проповедовали при подкреплении слова последующими знамениями. А какие были знамения? Выпейте смертоносное, не повредит. Даже ты читаешь какую-то сектантскую литературу, слушаешь радио, тебе это не повредит. Ты удивительным образом все будешь отсеивать. Тебя удивляет жизнь кого-то, а ты считаешь жития святых. Ты поражен будешь. Сколько там мужества. Но это церкви. Пример найдешь для себя. Такие же, как ты, люди были. Иоанн 2:18. Иисус сказал, ему говорят иудеи, какое знамение ты дашь, докажешь нам, что имеешь власть так поступать, выгонять из храма. Да одно знамение я вам дам, знамение Иона пророка, другого, говорит, не дам. А какое? Воскресну из мертвых. А ты веришь в воскресенье? Все знамения получил. Я верю, Христос воскрес нетленный. Остались у него эти раны, прободенные руки. Веришь? Это мне данное знамение, знамение Иона пророка. Все, все остальное ниже. И вот запомни одно, что знамение ты получил, когда поверил во Христа, что Он воскрес из мертвых. Откровение 12:1. Я видел великое знамение на небе, жена, облеченная в солнце. 12 звезд. Это церковь. Никаких наложниц, никаких других он не видел. Церковь. Ни одна секта в это не попадает. В первом веке он видел. Вы там где? В 17-20 веке появитесь. Разговаривай с еретиками, если ты переписываешься, ты им скажи, вот знамение Бог дал. Как вы сюда попадете? 12 апостолов, 12 звезд, она облеченная в солнце. И дал учителей. Сектантам он не дал учителей. Написано, придут уже учителя, будут мстить.
и вы будете верить им, не верьте. А если было увлечение, покайся. Нет той глубины, с которой нельзя было бы встать. Приди к церкви. Пришел, закрепись, ни на шаг не отходи. Лука 21:25. И будут знамения в солнце, в луне, и на земле уныние в народах, недоумение. Знамения будут, а у нас недоумения не будет. Я знаю, будет это. Будет потрясение, голод, засуха. Иеремия 10:20. И не страшитесь знамений, которых страшатся язычники. Они всего страшатся. А вот вы слышали и начинают рассказывать. Вот сейчас какие-то аппараты, какие-то волны через стены проникают. Ну и дальше начинают. Мне вопросы задают. А на меня не действует это. А вот возьмет человек, на тебя наведет порчу. Не верьте в это. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Никакая энергетика в мире нас не может коснуться. Все колдуны, чародеи, все повалятся и отступят. Я прямо объявлял им войну, когда приходили. Вы ничего не сможете сделать. Перекрестил им все, никого нет. Крестное знамение. Вот крестное знамение, все должно победить. Исайя 44:25. Он делает ничтожными знамения лжепророков. И Матфея 24:24. Восстанут лжехристы. Лжехристы. Под именем Христа, под именем Библии. И дадут знамения многие. Не бойтесь. А говорят, а вот там они, явления какие-то у них. Никуда не гоняйся. Если уж касается видения знамений, то у нас в православии их может быть в 1000 раз больше, чем надо. На каждом шагу тут и мироточение, и исцеление могут быть. 2 Фессалоникийцам 2:9. И Антихрист прельстит людей знамениями и чудесами ложными. Поверив в единственное непреложное знамение веры в воскресение Иисуса Христа, скажи, а остальное меня не касается. Сам я буду знамением, я верующий. Где бы слово ни сказал, я верю в воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что бы тебе ни сказали, ты одной фразой всех победишь. Если ты это усвоил, ты сегодня не напрасно был в храме. Аминь.